Всем доброе времени суток, очередные мои друзья и гости YouTube канала. У нас очередная посылочка из Китая. Попросили мне ее заказать, мои друзья. Первый раз я такое заказываю. Вот, по идее, здесь должны быть смарт-часы. Сейчас вместе с вами откроем, посмотрим. Не забываем подписаться, поставить лайкосик, написать разные комментарии. Что вы думаете? Так, так, вскрываем, вместе с вами смотрим. Так, здесь у нас такой вот просвет, уже посмотрим. И давайте сразу посмотрим. Показывается у нас. Что там еще у нас есть? Такие вот у нас Xiaomi-овские смарт-часы попросили заказать. Очень много обзоров в Ютубе. Ну, я пришел и особо. Я пришел вот мешком. Потому что мне попросили заказать именно под стол, чтобы было. Чтобы было покрасивее. То есть это у нас не подарок, это мы заказывал. А, нам подарок положили за защитные зеленочки. Вот такие вот, видите. Сразу мне, кстати, наклеили. Их тут у нас 3 штучки выпало, я их не заметил. Вот таких вот 3 защитных пленочки. Так, сами смарт металлический ремешок шикарнейший. То есть у меня вот пришли вот такие вот смарт-часы, пользуюсь. Вот таким браслетом. А это вот таким вот тоже. То есть тоже похоже, но от металла. Так, что у нас тут? Вон он на защелках, да. Я думал, что на винтах. Он у нас на защелочках. Так вот, ну сейчас мы откроем, посмотрим сами смарт-часы. Все у нас запаковано, проверить надо, так что товарищ, который показывает, будет поставить. Что у меня не открывает, открываю я. Сейчас вместе с вами посмотрим. Характеристики можно я вам рассказывать не буду, потому что их в Ютубе очень много. Так. Так, так, нажму сейчас паузу. Итак, еле их оттуда выколупал. Так, вот такая вот у нас коробочка. Здесь такая мягенькая штукенция. Видно, что фирменная. Фирма Xiaomi. Семихваленный смарт-часы. Так, тут у нас они так все вставлены. Там в комплекте сами смарт-часы. Фитнес у нас получается. Часы. Так, стандартный ремешок черный. Мануальчик. Так, есть у нас тут дисканеры, QR-ки, код или нету. Есть вот. Сканируем сейчас QR-код. Попробуем их подключить. И вместе с вами посмотрим. Так, и у нас здесь вот такой вот зарядный кабель. Стандартный, обычный, такой вот маленький. То есть так вот подключается, и у нас смарт-часы заряжаются. Сейчас проверим работоспособность. Сейчас, кстати, надо наклеить защитную пленку. Так, что-то не ясно, почему они не включаются. Может, разрезаны. Я вот сейчас на них сразу наклею пленочку. Так, не хочет именно запускаться. Может, возможно, разряжены. Попробуем подзарядить. Сейчас попримерим их к этому браслету. То есть вот так вот оно наставляется. Вот так это все дело. Не так, так вот это все дело на защелочках. Довольно таки приемлемо. Тут у нас бренд Mi Xiaomi. Так, при нажатии вроде бы не выскакивает, все хорошо сидит. Ну, так оно более классически, более красивее выглядит. Сейчас мы их поставим на зарядку и проверим эти самые часы.
время, ну потом я сканирую этот код, QR-код, потом на приложение, сразу же проверю на приложение. Так что не переключайтесь, никуда не ходите, сейчас у нас пауза. Дорогие друзья, установил я на телефон приложение Mi Fit, то есть My Fitness Bracelet. Он требует регистрации, регистрироваться я не буду, так как Smart Fitness Mi Band идут не мне, то есть я не буду их регистрировать. То есть уже установим человеку, установим это приложение, уже часы привяжутся к его телефону и будут давать ему информацию. У нас на Сбербанке пока 9.03, это я только что включил, вот он включился. То есть они час заряжались, 8 часов не включили, час заряжались и полная зарядка фитнес-браслета. Так, тут у нас считает шаги, тут у нас сердцебиение, шаги, сердцебиение и часы. То есть у нас же также будет при привязке к телефону будет вот это также высвечивается номер человека, который нам звонит. Вот. И оповещение о смс. Так, сейчас примерим Сейчас примерим самое главное. Давайте примерим. Убиение, интересно, померит она или нет. Невозможно. Давай еще раз. Меряет быстро, 83. Это я так и не знаю, что у нас тут показывает. Ну, 83. У нас или давление, или глюкия. Так что вся информация будет в приложении. Сейчас мы примерим к браслету. Вот. Так, вот так вот у нас это браслетик. На защелочка. Самое главное, что не новенький. На защелочка быстро вынял. Так, руки у нас будет. У нас дамы будут смотреть вот так вот. Сейчас посмотрим, будет все или не будет она показывать. Уже 68. Так что не знаю, пора ли она показывать или неправильно. Вот такие вот у нас Mi Band 2 фитнес часы или фитнес-браслет от фирмы Xiaomi. Так что ссылочка будет в описании. Стоимость где-то с браслетом, самое дело, что дорогой браслет, если стоит 300 гривен сам браслет. Вот. Общая стоимость этого всего 1700 гривен. Так что все это мне попросили заказать. У нас они дороже. Это будет запасной комплект. Всем спасибо за внимание. Ссылочка будет еще раз в описании. Переходим, заказываем, смотрим. Вот. Все как обычно, рабочее. Все работает, все можно использовать. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропускать будущие наши видео. Потихонечку заказываем, не в таком, конечно, большом количестве, потихонечку заказываем посылочки с сайта AliExpress, Jum, всякие остальных сайтов. Всем до новых встреч, всем пока.